Вы смотрите, что с камерой происходит! Ух ты, как ее раскукошило! Неожиданно появится говно на стене, и ты такой... Возможно, в этой комнате жил дьявол. Привет, меня зовут Пози, и сегодня мы вместе с вами поиграем в очередной новый хоррор, который называется I'm on Observation Duty 5. Это игра, где мы с вами будем переключаться с камеры на камеру, чтобы обнаружить очень необычные аномалии, которые происходят в комнатах и в различных помещениях. Сказал на одном дыхании. Я хочу, чтобы ты попробовал досмотреть этот ролик до конца. Если у тебя это получится, то ты большой молодец. Выберите левел, пожалуйста. Школа, метро, маркет, банк, дом, апартаменты. Я думаю, что нам стоит с вами начать со школы. Я знаю, что тебе летом не особо хочется возвращаться в школу, но все-таки придется. Ведь мы с вами играем в новый хоррор. Собственно, вот эти стрелочки позволяют нам переключаться с камеры на камеру. Вполне обычная школа. Осторожно. Скип. Что значит осторожно? Я не понял. Attention. Employee. Так, ладно, нажму скип. Я не понял, что это такое, но, судя по всему, нам нужно с вами обнаружить что-то странное в этих комнатах. Пока что я ничего странного не замечаю, честное слово. Ну, вон там у нас наверху в зале какие-то рисунки нарисованы. Давай дальше переключимся. Ага, туалет. Что в туалете? В туалете ничего. Стоп, мне кажется, или в классе как будто бы что-то поменялось. Ладно, нам нужно запоминать помещения, в которых мы находимся, и смотреть, что здесь изменилось. Вот этого, кажись, я здесь не видел. Давай-ка мы с тобой выделим. Нет, не получается. Опа, картины. А, я перепутал кабинеты. Прошу прощения. Мы были с вами изначально в этом кабинете. Так, ну, а что я здесь могу отметить? Вроде как ничего не происходит. Глобально ничего не изменилось в этих комнатах и в этих помещениях. Вообще ничего не изменилось. Может быть, с моими глазами что-то не так, но я не вижу никаких здесь аномалий, чтобы их зафиксировать. Не быть мне охотником за привидениями. О, часы сползают. Репорт, срочно. Там часы сползают, вы видите это? Объект двигается. Отправить. Все, мы с вами отправили репорт на эти часы. Фиксинг аномали. Аномали фиксит. Так, первую аномалию мы с вами починили. Что тут у нас может происходить? В спортзале ничего абсолютно не происходит. В туалете тоже. В этом кабинете тоже вроде как все окей. Может быть, в коридоре что-то происходит? Шкафчики вроде как не открываются. Все окей. С экранами все хорошо. Они по-прежнему лагают. Ничего не изменилось. Эти компьютеры не работают. Либо просто камера не фиксирует то, что происходит на мониторах. С картинами вроде тоже все окей. Вот та вот картина вдалеке меня смущает. Это что, плавающие киты какие-то? А это слева что у нас? Там пацан прячется от какой-то тени. Если здесь происходила аномалия, то, судя по логике, следующая аномалия должна у нас происходить на следующей камере. Значит, в спортзале. Но в спортзале абсолютно ничего не происходит. Здесь у нас тоже все окей. Или нет? Или нет. Откуда там взялся этот стаканчик? Он там был? Возле телевизора. Или его там не было. Возможно, мне это всего лишь показалось. Он там вдалеке стул что-то делает. Его тоже там вроде как не было. Хотя нет, он там был. Окей, это я уже себе накручиваю немного. Тут как будто бы что-то изменилось, но я не понимаю, что. Блин, жаль, что я не могу двигать камерой. Я жду, когда что-то произойдет в туалете. Неожиданно появится говно на стене, и ты такой... Ладно, давайте мы с вами зарепортим сейчас Classroom 1. Давайте отправим репорт. Как будто бы здесь двигаются объекты. Нет никаких аномалий. И тут тоже нет никаких аномалий. Хотя здесь откуда взялся футбольный мяч. Ладно, давайте я попробую зарепортить сейчас этот коридор, потому что вот та дверь меня смущает. Скип! Что это? Варнинг. Так, что-то происходит сейчас. Ой-ой-ой-ой, световая аномалия. Так, это у нас спортзал. Здесь явно было потемнее. И помехи. Аномалия пофикшена. О боже! Как мы с вами хорошо справляемся? Что за проклятая школа? Все очень странно. Что на экране там было открыто это окно? Или я просто схожу с ума? Аномалия не зафиксирована. Со спортзалом вроде как теперь все тоже окей. Это игра для самых наблюдательных. В коридоре мяч валяется на том же месте, дверь открыта, шкафчики все закрыты, бутылки находятся на месте. Очень много аномалий активны. Что? Конец? Ребят, напишите мне тайм-коды, где я ошибся. Это очень важно. Для тех, кто досмотрел ролик до этого момента, конечно же. Давай еще раз попробуем. В этом кабинете все окей. Attention, employee. Так, что-то замечено. Подождите, что замечено? Что здесь происходит? Я что-то не совсем понимаю. В каком месте? В каком месте что-то происходит? Когда ты получаешь такое уведомление, то, судя по всему, что-то происходит. Но я не вижу никаких аномалий. Два ноутбука шуршат. Один включен, два выключены. С той стороны 5 ноутбуков. Две бутылки воды здесь. Здесь все в порядке. Кстати, может быть, дверь открылась? Ладно, давай мы зарепортим. От этого хуже не будет. Никогда хуже не будет. Все, отправляем репорт.
Давай пока дальше пролистаем. В спортзале мячи на месте. Аномалий там не обнаружено. В туалете нет никаких аномалий. Это что там появилось вдалеке? Так, подожди. Там какой-то бочонок появился. Его там не было. Пофиксили аномалию. Да! Кто здесь внимательный? Я здесь внимательный. Так, с компьютерами все хорошо. Где еще аномалия? Мне кажется, или в спортзале здесь был еще один мяч? Стоп! А тут картина случайно не поменялась? Что-то мне не нравится, как в офисе выглядит картина. Давайте отправим этот запрос. Нет, аномалии не обнаружено. Ой-ой-ой-ой. У нас в спортзале с вами сейчас дисторшн начинается. Камера ребит, она как будто начала ребить сильнее. Отправляем запрос. Нету. Ладно, я, возможно, не самый внимательный. Я не создан для этой игры. Первая комната. Давайте я поставлю экстра-объект. Может быть, здесь что-то добавилось в этой комнате. Ладно. Да все в порядке, ничего не происходит. Все окей. Моя работа завершена. Давайте я зарепорчу зал. Может быть, тут аномалия с камерой. Хоть бы что-то здесь поменялось. Хоть бы один элемент куда-нибудь двинулся. Призраки! Эй! Вы где? Так, уведомление. Важное уведомление. Мы зафиксировали много аномалий в этой зоне. О! Стул пропал! Объект переместился. Не-не-не-не. Как? Object disappearance. Да! Пофиксили еще одну аномалию. Мне кажется, что сейчас что-то произойдет с ноутбуками. Вдруг какое-нибудь лицо здесь появится, прямо на ноутбуке. О, это будет крипово. Мне кажется, или с камерой здесь что-то происходит в коридоре? Пожалуйста. Починись! Нет, 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 есть аномалии с камерой! Быстрее отправляйся запрос! Пожалуйста! Вы смотрите, что с камерой происходит! Ух ты, как ее раскукошило! У Мэнни аномалис актив! Слишком много активности аномалий! Мы с вами всего лишь две смогли найти и починить. Я так долго всматривался в эту камеру, что поначалу не понял, что происходит вообще, блинский. Хорошо, давайте мы теперь с вами сыграем в банке. О, да, ребятки. Давайте мы с вами изучим сейчас место, где мы находимся. Это главный зал банка. Тут достаточно тускло светит свет. Тут у нас картины. Блин, если эти картины начнут двигаться. Ух, в темноте, ночью, в банке. Все элементы лежат здесь на столе. С картинами все окей. Два стула есть еще и диван. Давай дальше. Собственно, это у нас коридор, который мы с вами видели с другой камеры. У нас был вид сверху, это вид сбоку. Тут есть куст, пару скамеек. Да и, в принципе, больше ничего интересного. Ой-ой-ой-ой, какие жуткие картины. Что-то мне это совершенно не нравится. Хорошо, что здесь можно просто отмечать, в каком помещении были замечены аномалии. Здесь не нужно выделять какую-то определенную аномалию. Вот здесь картина. Мне не нравится картина. Давайте я офис отмечу, что ли. У нас будет три попытки. Нам нужно найти три аномалии всего. Ой-ой-ой-ой-ой. Зачем они ставят такие страшные картины? А, тут у нас тоже ничего необычного. Мужик смотрит в сторону. А вон там сейф. А что делает картина в банковской ячейке? Это The Vault. Ладно, давай отправлю репорт, потому что что здесь делает картина с глазами? Такая страшная картина. Кто-то хранит картины здесь? Окей, я зафейлился. Я только что получил еще одну ошибку. Вот здесь, что бы могло произойти здесь? Давайте мы с вами подумаем. Здесь по-любому кто-то мог бы пройти. Или что-то могло бы здесь сдвинуться. Но что, здесь слишком много объектов. Банкоматы пропасть могут. Или может быть стулья, или может быть лампа. Собственно, все элементы у нас в директорском офисе находятся на месте. Тут что? Тут ничего. Тут картины. По-прежнему страшные. Тут есть кулер с водой, два стула. Также тут есть чашечка кофе, бутылочка воды и тетрадка. Это важно. Здесь как будто бы ничего не было. Блин, вот эти картины, они такие жуткие. Как будто бы там открылось окно в офисе. И картины как будто бы стали еще более жуткие. Хотя, возможно, я в них просто всматриваюсь. Все стулья на месте, монитор на месте. Как будто бы изображение в этом помещении очень сильно ребит. Давайте мы с вами отметим басмент. Это наша последняя попытка. Пожалуйста, отправляем репортик. Надеюсь, все будет хорошо. Из меня плохой ловец призраков. Слишком много неправильных репортов. Да, ёлки-палки. Ты починил 0 аномалий. Еще раз. Давайте мы с вами другие помещения поизучаем подетальней. 3 картины, 2 стула, 3 предмета на столе и бутылка воды. 2 стула, 2 стула. На столе лежит какая-то записка. Страшная картина. Монитор включен, окно открыто. Блин, какая жуткая картина. Я бы никогда в жизни такие картины бы нигде не ставил. Куча стульев, записные книжки, картины. Ладно. Одна статуя кошки, сейф, картина, коробки, слитки золота. Не думаю, что призраки пытаются украсть слитки золота. Это было бы слишком тупо. Пока что все проходит достаточно гладко. Вроде как ничего не меняется. Скучная жизнь охранника. Это я, если что. Да. Это я. Смотрю за камерами. Вот такая вот у меня скучная жизнь. Призраков нигде не обнаружено. Здесь как будто бы камера начала шуршать. Немножко больше. Отмечу. Или мне это просто кажется. Это ошибка, да? Я прав? Да, это ошибка. Здесь нет абсолютно никаких аномалий. Что ж, ладно. Нет так нет. Я сейчас усну, честное слово.
Я не знаю, как люди, которые сидят за камерами, справляются и борются со сном, но мне кажется, что это безумно скучное занятие. Просто переключать камеры. Как будто бы здесь не было еще одного стула. Хотя, возможно, мне это показалось. Я не хочу делать лишний репорт, когда ничего не происходит. Но ничего не меняется. Что мне делать, если ничего не меняется? Час ночи. Возможно, это было время для того, чтобы мы с вами смогли подготовиться. Где-то должен появиться Мишка Фредди. Не правда ли? This is an emergency warning. Мы обнаружили несколько аномалий в вашей зоне. Пожалуйста, отправьте нам репорты. Если бы я их видел, то окей. Но их здесь нет. Вы меня обманываете. Какие могут быть здесь несколько аномалий? Так, ребята, с сейфом явно что-то не так. Камера как будто бы переместилась в другую сторону. Отправляю репорт. Да! Первую аномалию пофиксили. Этот призрак пытался сейчас сделать что-то с камерой. Как я ловко-то обнаружил это. Это очень хорошо. Теперь мы с вами знаем, что если мы с вами заметим что-то странное, сразу отправляем репорт. Один верный репорт мы уже с вами сделали. Но тут никакие предметы не двигаются. Несколько аномалий. Где еще одна может быть аномалия? Наверное, здесь. Хотя, по сути, все то же самое. Что? Директорский офис. Срочно отмечаем. Картина поменялась. Он как будто бы отзеркалился. Еще одну аномалию мы с вами пофиксили. Как я вообще это заметил, я не понял. Это самый спокойный кабинет. И это тоже. Вот это вот прям выглядит подозрительно. Как будто бы здесь должно что-то произойти, но непонятно что. С холлом все в порядке. Цветок на месте. Я ориентируюсь по цветку. Что ж, эту комнату мы с вами починили. Вряд ли будет две аномалии в одной и той же комнате. Я думаю, что эта игра предусмотрена так, что мы с вами... Компьютер включился? Или мне сейчас, блин, это кажется? Я не уверен, но я отправлю запрос. Как будто бы монитор был выключен. Нет, аномалии не обнаружили. Нет, он был включен. Как я могу быть таким невнимательным? Этот чувак как-то странно улыбается. Смотрите, его перекосило. Давайте еще раз сделаем последний чек. Кто-то наливает себе кофе? Зона отдыха. Я подумал, что вначале кто-то решил здесь отложить грязные делишки. Но нет, там сработала кофемашина. Так, еще один репорт. Возможно, аномалии, которые здесь происходят, они какие-то слишком очевидные. Если призрак до этого был вот в этом помещении, то значит он пойдет либо сюда... Либо сюда. Вы слышали это? Слишком много аномалий активности. Давайте мы с вами теперь отправимся в дом. Что ж, как у нас здесь работают репорты? Ага, мы просто с вами отмечаем помещение. Ну что ж, тут у нас летают какие-то пушинки. Это, видимо, старый заброшенный дом. Судя по всему, этот дом принадлежал вот этой вот бабке. Несколько этажей, несколько комнат. Достаточно круто. О, посмотрите на этот доисторический телевизор. Ёлки-палки. Это, видимо, ее муж. Муж в молодости. Или же ее сын. Фотография дочурки. Посуда. Здесь они кушают. Проводят семейный ужин. Тут они собираются и смотрят на камин. Тут у нас есть какие-то иконы. Надписи. Рисунок на стене. Достаточно жутко выглядит ночью. Тут они, видимо, решили поиграть в какие-то игры. Кресты. Много крестов. Возможно, в этой комнате жил дьявол. Опять же, две картины. Блин, как много здесь комнат. Мужик, который достаточно стрёмно смотрит на нас. И слегка приоткрытая дверь. С нами кто-то разговаривает в этой комнате. Эй. Я отправлю репорт. Иди в баню отсюда. Свалил быстро. Все, мы пофиксили аномалию. Он с нами разговаривал, вы представляете, через телевизор. Я не собираюсь сегодня общаться с призраками, ребят. Я считаю, что это стрёмно. Когда вы общаетесь с призраками. Там что-то за окном как будто бы, да? Вы тоже это видите? Там как будто бы что-то за окном. Спальня. Еще одна комната. Что, блинский, здесь был камин? Как будто бы его здесь не было. Я вернусь обратно в холлвей. Хочу еще немного прочекать. Кто-то здесь поставил бутылку воды. Она здесь и должна быть. Гейм-рум. Игровая комната. Ладно, я отправлю репорт на игровую комнату, потому что мне кажется, что бутылки воды здесь не было. Либо я ее просто не заметил. Нет никаких аномалий. Мне нужно фиксировать аномалии тогда, когда они уже происходят. Мне кажется, это не так должно работать. Мы с вами должны предотвращать аномалии. Здесь должно быть стекло. Тут какой-то бетон. Ладно. Допустим. Мне немного не по себе. Мне не по себе, потому что этот дом действительно странный. Вот что здесь делает картина в ванной? Ой, пиано. Как будто бы кто-то играл на пиано здесь. Отправлю репорт. Нет ничего. Да как так-то, а? Это срочное предупреждение. Мы зафиксировали... Несколько аномалий. Ребят, но я не понимаю, где здесь могут быть аномалии еще? Вы посмотрите на эту тумбочку, она такая, кек. Здесь живут призраки, кек. Я проиграл. Я не могу быть охранником. Мне плохо.
Я пофиксил всего одну аномалию. Ладно, призраки на этот раз меня выиграли. Я в жизни не смогу поймать всех призраков и зафиксировать аномалии, потому что я слишком невнимательный. Большое вам спасибо за просмотр. Напишите в комменты тайм-коды, где вы заметили аномалии за весь этот видос. И увидимся с тобой в следующих видосах. Адиос!